Вот Госдума наша российская, как бы страны великой, как бы, да? Госдума. Давайте музыку выключим, сейчас как бы беседу проведем. У нас девчонки, короче, там есть в Госдуме-то. Я вот приготовил себе тут завтрак, как бы время-то 8 часов 5 минут. Проснулся я сегодня пораньше, не как обычно. В общем, вот Жириновский, там Зюганов, Кабаева, там девчонок же у нас много, как бы, в Госдуме-то, да? Женщины-то красивые, все хорошие, ну, чё? Все ведь меня любите, я знаю, я же русский тоже, чё? До такой степени я приебал уши американцам, что, блядь, вся даже Россия подумала, что я Джеймс Бонд. Представляете, хули? Охуительно, а? Блять, надо же так уже приебать, хули, но аж в России поверили, блять. Ёбаный в рот, пиздец, вообще. Я в шоке, хули, блять. Я в шоке, хули. Я там ссылку еще на сайте у себя кинул, в ЦРУ. Сейчас скажут, все, агент завербованный, хули, все. Завербованный, короче, ЦРУ. 100%, короче. Дорогие мои депутаты. Песню-то помните? Дорогие мои старики. Ну там больше ни за кого, только за стариков, как бы, песня-то. Мы с вами еще повоюем, как бы, да? Кабаева, хочешь прикол, короче, ну? Сейчас у Хинштейна погоняло чернобыльский паровоз, короче, ну. Не, ну как бы чернобыльский паровоз для него это как бы это официальная, короче, погремуха это. А так-то у него Хинштейн Чернобыль, короче, Чернобыль, хуля, да. Чернобыльский паровоз, короче, я его окрестил и все. Ну он чуть в курган всех не ебанул, короче, но это вообще могила, короче, но в переводе засыпанная камнями. Я даже сам-то, блядь, не в кургане, хули в области, ебаная все. Он хотел тут, блядь, небоскреб возвести, нахуй, но на могиле-то памятник поставить, блядь, но... Вот так вот, и все правительство, чтобы здесь, короче, было. А оно, видишь, это помните, короче, кино-то, ой, кино-то, Библия-то писала. И воскреснут мертвые из могил. А как это за Курганскую область, что они воскреснут, короче, хули, ебаный в рот. Понимаешь же меня? Это пиздец, хули, ну. А нет, восстанут, хули, восстание мертвецов, нахуй, ну. Из-под зонта повылазят там, нахуй, эти трупы-то, блядь. А хочешь, Кабаева, еще прикол, короче, это. И рухнет пирамида объемом в 7 стадий. Короче, ну стадии это стада, хули, есть колхозы, короче. А пирамида, курган, это же могила, хули, ну склеп, вот пирамида, это тоже, короче, могила. И рухнет пирамида объемом в 7 стадий, короче. А ты вот, Кабаева, набери, короче, эту вот Курганская область, она будет чертообразная, хули. Вот там ебало, козлина ебало, знаешь, черепа козла видела, череп козла хули, ну, и рога ему отшибло, нахуй, видимо, во время войны-то, нахуй, ну. Угу. Чтобы на лун-то больше там не летал, хули, ебаный, в рот. Ему по рогам-то ебанули, хули, ну. Скотине-то это ебаные, хули, и остался череп, короче, козлиный, хули, блядь, ну. И смысл-то в чем? И они хотели замутить как бы с Чернобылем-то хули. С паровозиком-то со своим перевести как бы хули, но за счет партии-то хули единая Россия-то всех нахуй сюда в могилу, блядь. У них даже курган-то, короче, ты Кабаева в Одноклассниках, короче, не сиди. ВКонтакте тоже, хули. Там ебуть не снимая штанов, короче, ну. Вот в этом плане, хули. Там сервер, короче, вот сайты, вот это сайт, короче, да.
А вот ты, допустим, сайт посещаешь в туалете, короче, оно в итоге идет все на сервер, короче, на большой единый сервер, хули, понимаешь, вот. Так что на Одноклассники не ходи, как бы, на. И Одноклассники, это Курган-то, короче, сам-то город Курган, у этого, короче, козлиные у башки-то, у этой Курганской области, то он как глаз, короче, но. Я вообще охуел, тут все, блядь, по-масонски, короче, куда, блядь, деваться, нахуй. Видимо, хули они с Германией это не поделили, летающие тарелки, это хули война началась 41-45, то это по-любому, 100% хули. И Паулюс сюда летел, и Гитлер нахуй сюда рвался, хули в эти подземные шахты-то, блядь. Ну, прикинь, там сервер стоит. Это знаешь, о чем говорить? Что интернет, блядь, вообще в Курганской области, блядь, запускали-то, хули. Его там замутили, там это сервера в Соединенных Штатах, смысл-то, как это левые, хули, испытали всю эту хуйню-то. Америка-то почему все еще в себя прийти не может и 11 сентября-то раскрыть? Они вообще зомби конкретные, хули, в этом плане. Доллар же, короче, дорогой. И Соединенные Штаты-то как кошелек. У них у резервного банка там, короче, там вообще за такая, блядь, задолженность, нахуй. У России, блядь, столько нету, короче. Представляешь, ты знаешь, сколько летающая тарелка стоит? Хули, блядь, одна хули, да? А видела Яндекс Диски, хули, все символики-то в интернете, оно все из Яндекс Диски, как летающая тарелка, хули. Так что Кабаева, не сиди, короче, ни в Одноклассниках, хули, ни ВКонтакте. Я, видишь, мужик там, хули, молодой, мне 36, хули. Я не дедушка, хули, ободась, хули, но мне побриться-то вообще 20 дашь, хули, но. Как бы мы, может, еще пересечемся где-нибудь в Москве-то, хули. Нахуй этот хуй старый, конечно, да. Он сегодня не жив, завтра мертвым, хуй, ну, шестой или седьмой, или толку-то от него, хули, да. У него какой-то замок там есть, короче, это в итальянской форме, хули, мы его нахуй себе заберем, хули, ну. Да продадим нахуй это говно-то, короче, ну, какому-нибудь тоже старику, хули, ебаный в рот. Из Италии, хули, ебаный в рот, ну. Да замутим, у меня он в Америке-то небоскреб, хули, стоит новый после башен близнецов-то. У меня вот символика, короче, буква V. Ну вот ее тут плохо видно, короче, буква V, короче, и с пересечением. А это мой небоскреб-то вообще. Я же сам-то с Америки-то не работал, как Джеймс Бонд. Они сами на меня вышли, американцы-то. Видимо, это русские это сделали специально, чтобы потом сваливать, что я Джеймс Бонд, короче, чтоб меня обсасывают. Я же в России русский, хули. А потом, типа, короче, типа это, что с американцами-то я сросся, короче, там, да. Они там что-то давай там мутить, крутить, они давай меня Джеймсом Бондом выставлять, понимаешь? Это все сделали они, нахуй, из Курганской области, хули. Там даже Билл Гейтс, прикинь. И они, он, Алина, даже, короче, не создавал, хули, блядь, Microsoft. Там такая тема, что он купил у кого-то этот Windows, короче, у какого-то типа ебанутого купил, что типа тот ебанутый, блядь, но не понимал, что можно, блядь, его продать нахуй и хуевую гору заработать. Вообще бред, нахуй, а. Они при Сталине-то хули там слетали. Гораздо раньше был полет-то, короче, на Луну. Но тема-то такая, хули, что Байконур-то, хули, когда на самом деле был полет из Байконура, хули. Ну вот где вот они царь-бомбу испытывали, наверное, тоже в Казахстане, хуй его знает, но. Чё думаешь, они там ракету не могли запустить, что ли, ночью там, или, блядь, как-нибудь, там, когда пасмурно будет, хули, но первую, хули, конечно, чё-то. Так вот, люди, война-то у нас была, хули. 41-й, 45-й и 50 миллионов трупов, нахуй, всех, это представляете? Это из-за Курганской области, ебаный в рот, хули. Вот так вот, хули. Чтоб вам потом не пиздели, нахуй, что немцы, блядь, напали. А знаете, что немцы-то напали, хули? А сейчас знаете, что в мире-то творится, хули? Россия, Курганская область, захватила, нахуй, всю планету, хули. И почему Курганская область такая нищая, короче, чтобы хуй кто подумал,
Даже трасса Шадринск-Курган, там, блядь, на тракторе только ехать, короче, на. Они выделяют там, короче, блядь, по 20 миллионов или по 200, что ли, блядь, ежегодно на дороге, их даже в городе не бывало, хули. Деньги-то уходят, короче. И прикинь, Алина, вот ты живешь в Москве, я был в Москве, мы заходим там с МВДшником в автомат в игровой хули. Я же Люцифер, хули. И вся аппаратура-то как бы, я с ней владею-то лучше, чем люди-то вообще изначально-то, хули. Я не гуманоид, просто гуманоидов из кого-то делают, на самом деле это подопытные, короче. Ну, блядь, ребенку, младенцу ставят, короче, прививку, допустим, и он, блядь, мутирует, нахуй. Пару-тройку вмешательств, хули, и хуй ты докажешь, что это вообще человек, понимаешь, типа того. И мы заходим в игровые автоматы, короче. А он пятнашку получил или 25, короче, зарплату-то, он хули инженер МВД в Москве. В автоматы вхуяривает, вхуя спускает, короче. И спускает, вообще не знает, как нажать кнопку-то, ну никто не знает. Я говорю, стой, говорю, остановись, и смотрю на кнопки-то, короче, сканирую, блядь, вот эту, говорю, жми, и есть, короче. А там видно, ну я как хуй его знает. Ну я больше, чем человек, в общем, хуй. И, короче, я ему все четыре сказал, он нажал и выиграл, нахуй, блядь. Но с 1500, 7000, что ли, блядь, или 8. Я говорю, а сейчас, говорю, хули, не будь долбоебом, забирайте деньги, хули, ты в два раза больше, чем проиграл. И пошли отсюда, хули. А у него тоже зомби, хули, на эти аппараты. Так это он зомби-то, хотя он работает инженером в МВД, это он зомби-то по аппаратам только, по игровым. Он бы сейчас, он бы пятерку спустил, он бы даже не понял, что он сделал, короче, в итоге-то хули. Я его выдернул, все. А сейчас подумайте, господа депутаты, сколько вас сидит, хули, у мониторов, нахуй. И чем вас там, блядь, заинтересовали, хули. А нашли-то на Луне-то, хули, искусственный интеллект, хули. Вы думаете, откуда все вот эти фильмы голливудские? Ты вот, Алина, сейчас меня вот стопудово поймешь. Вот эти все фильмы голливудские, хули, они все из России, даже Голливуд-то в России придумали, хули. Помнишь фильм «Омен», хули? «Омен», «Феномен», хули. Прочитаю слово «Тюмень», хули. Ухули, в смысле пишется как Ю-Тюмень, Омен, хули. Екатеринбург, он же был Свердловск изначально-то, потом Екатеринбург, ЕКБ, 66-й регион, 666, Москва, хули, 99, хули, на. 666 произрастает в 999, символика-то, это знаешь, все откуда идет-то, хули. А если тебе маленько накидаю, хули. Это они в Екатеринбурге-то хотели, короче, замутить, что, блядь, короче, тут весь Урал, короче, под Екатеринбургом, ракетные же, там у них войска, ракета «Сатана», «Плата», «Сата», «Интернет», хули, вкуриваешь, хули. А американцы-то вообще этого видео 99, даже если увидят, нихуя не поймут, хули, им не дадут, хули. И у них, у Екатеринбурга-то так и было, хули, он у них Челябинск, как громоотвод. Там маяк нахуй у них, метеорит нахуй, но Рутени 106, короче, 2 недели не хлебали. Им похуй, сколько у них детей от рака сдохнет, им похую. А Нострадамус пишет, рак пошлет большую засуху, прикинь. И рыбы в морях сварятся, хули. А морях это вот Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, это моря, хули. А рыбы-то это люди, Нострадамус-то он пишет хули загадками, чтобы, блядь, только его я мог бы, допустим, понять. Или какой-нибудь иллюминат, хули, понимаешь, который там в этой теме-то волокет, хули, неоднократно, хули. А долбоёб-то, хули, типа чернобыльского паровоза-то, он нихуя не поймет, хули, но ему хули вставляли и будут вставлять, понимаешь, хули, но он работает за ставку, хули, блядь, на ставку, хули. И я такой, короче, сижу у монитора-то, хули. А у меня же вот эта энергетика-то, короче, глаза-то иллюзию-то вызывает. А шизофреники иллюзию не видят, хули. Я такой, а чё за хуйня-то? Дети-то, говорю, все видят. Ну это же заебись, хоть дети видят. А потом, говорю, кто не видит, то будет дуру-то гнать, типа, он на детей это рассчитывать, детьми завладевает.
А потом, короче, вкуриваю, блядь, короче, что вы-то половину-то не видите, что слышим-то образованием. У вас, блядь, шизофрения, хули, ёбан, телевизионная, хули. И шизофреники-то у них, они иллюзию-то не видят, короче, да, я сам охуел, короче. Я говорю, нихуя у нас, говорю, долбоёбов-то, короче. А потом смотрю, шизофрения была у гениев там. Она, короче, шизофрения, это тема такая, что она там, блядь, что ты не такой, как все. То есть телевизор-то меняет мировоззрение, короче, и мышление, хули. И вся вот эта коррупция, вся вот эта хуюпция, она вся из Курганской области во всей России. Они ебашат телевизорами, короче. Вы что думали? У вас-то Останкинская телебашня, что ли, всю шизофрению эту ветку? Не, это что? Военная машина, хули ебаный в рот. Екатеринбург, ракетные военные войска, шахты, короче, ракета сатана, хули. Где ее придумали? На Урале, хули. Все вообще придумали на Урале. Абсолютно, хули. Даже тебе скажут, блядь, придумали в Москве, нахуй. Но на самом деле все равно на Урале, короче, вот так вот, да, хули. На ура, хули, все на ура вообще. И тема такая, короче, что все вот эти вот сервера, сайты, оно, человек-то, как вот Нострадамус пишут, и они также, хули, что Нострадамус-то, он, походу, в теме-то был вообще в этой хули. У меня постоянно временные провалы, смотрю, 12.10, непроизвольно через 2 минуты поворачиваюсь, 12.20, 10 минут куда-то исчезло, хули. Я такой, да ну нахуй, это временной провал, хули. И все, что с гуманоидами связано по видео, я посмотрел здесь, в Курганской области, в Шадринске, непосредственно со мной в Шадринске, это постоянно вообще происходит, хули. Это сплошь и рядом, весь город такой. И какие ты хочешь от них, нахуй, видео, чтоб они выложили, хули. И вот тут же, нахуй, блядь, это заменят, блядь, другим, нахуй, но... И будет он где-нибудь, нахуй, там вообще у них это же пиздец, что там происходит на просвете, на станции, на просвет, хули. Там же аппараты, как бабы ходят, как проститутки с Курганской трассы, нахуй. Да, они тю-тю-тю-тю-тю, как педики, хули. Они сами, потому что им вкуривают, ты вот понял, что там, хули. Он понял, а ты понял, что ты нельзя никому говорить, он понял. А ты понял, что ты будешь работать здесь, пока нам надо, понял, все. И он ходит, как долбоеб, нахуй, за копейки, ховца, хули, пасется там, хули, на. В 2001-то году, нет, в 2002-то, хули, там этих прапоров-то нихуя ебанули, это же американцы замутили за 11 сентября, потому что сбой-то, короче, был, блядь, это компьютерный, хули, понимаешь? А нихуя не будет, вся Америка поднимет. Ты думаешь, война начнется с американцами, что ли? А там весь Пентагон, нахуй, все ФБР, хули, ну, ФБР все не все. Ну, короче, си директора сняли, хули, и там, короче, пол Америки, нахуй, под Курганской областью, под гуманоидами ходит. Нихуя не будет никакой войны, ты чё? У них нету оружия-то, понимаешь, хули, в Америке, хули. У них все только российское может быть, хули. А Россия делает такое оружие, что если она продает кому-то оружие, короче, и они будут нас его направлять, оно сбой дает, хули, понимаешь, хули. Оно может обратно, блядь, вернуться, хули. Вот такая хуйня. У них тут все, блядь, продумано. Знаешь, где они это взяли, хули? После Армагеддона, который был до нас, хули. Да, там вся эта хуйня сохранилась, на Луне это нашли, хули. Как человек устроен, что за аппаратура, как измерения открывать. Они все вообще там нашли, на Луне, хули. Смерть свою, хули, да? И нашли-то искусственный интеллект, хули. А у нас люди-то к чему, короче, стремятся, хули? А люди стремятся вечно жить, хули, и улететь в другую галактику, где райская жизнь, и живут по 1000 лет. У них это хули мания, преследование, хули. Вот таким методом их наебали, хули, вирус этот, и интеллекта, короче. Он их взял, хули, за живое, за гнилое, нахуй, по психологии, и вел, нахуй, и ведет по сей день, хули. И нихуя не могут, хули. Ты можешь без телефона, ты просто без телефона можешь, хули. А раньше их не было, никто не может, прикинь. Ты можешь без компьютера? Никто не может. А почему? А ты думаешь, они там под землей в Курганской области могут, хули? А ты знаешь, в какой теме и там какие обороты мировые, хули?
И маленько оторвешься, короче, скажешь, я больше не буду с ним, допустим, хули мутить, хули. И все, и пиздец тебе придет. Прикинь, везде компьютер, он тебя от интеллекта задавит, нахуй. Там, короче, монстр, нахуй. И Ария-то поет песню-то, хули, тысячеглавый дракон. Она на натуре Курганская область, как дракон, ебальник дракона, хули, да? Тысячеглавый, потому что три мегаполиса окружают, хули, эту станцию ебаную, хули. Если вся эта хуйня, тысячеглавый дракон, а сколько тысяч атомных бомб-то? А ты думаешь, они в Сибири, что ли? А к тебе даже Путин этого не скажет, он сам нихуя, потому что не знает, хули, а? Тополя у него там, блядь, стоят, нахуй, ну, в детском садике, блядь. Поддержите меня там с Грудининым, короче, чтобы он был президентом, хули. Потому что нам пиздец придет, понимаешь? Они сами себе не принадлежат, хули. Везде, если коррупция галимая, хули такая. Каких ты хочешь выборов, нахуй, ебаный в рот. Да за Путина на самом деле 5% нахуй голос не отдаст. Если только ПНДшник, нахуй, ебаный в рот. Ему скажут Путину галочку поставь, он поставит. Все, ебаный в рот, хули.